вы на канале Everybody Web Playing. Сегодня у нас обновление в Animal Jam, и я даже не успела зайти в свое логово, так как мне прям сразу дали подарок. Это ящик для подарков друзьям. Это что-то типа елки Jam Holiday, которая была в зимой, ну, сейчас тоже зима, февраль, которая была в декабре. Вот. Поставь его у себя в логове, другие игроки смогут класть туда подарки. Ну, в принципе, все точно так же. Функция этого ящика такая же, как у елки, по сути. Сейчас я его установлю, и мы с вами, собственно говоря, продолжим. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light. Итак, вот как у нас теперь все выглядит. А почему у моего кролика такая странная поза? В чем дело? По-моему, мой кролик сломал шею. Реально, что с ним такое? Сейчас я перезайду. Короче, я не понимаю, что происходит. Я перезашла, но у моего кролика все равно свернута шея. Что ж, я как бы и не собиралась оставаться с этим кроликом. Я сейчас хочу себе... Не, ну понимаете, вот в редактировании он нормальный. А так у него как будто бы сломанная шея. Я хочу, наверное, себе опять сделать койотика. Он у меня там астралистный ошейник и так далее. Но вот... Как вы видите, вот такая вот у нас картиночка у самого Animal Jam. Я хочу сделать что-то похожее. По крайней мере, у меня был ошейник с сердечками. Ошейник. Вот, ошейник с сердечками. Ну, смотрится нормально. Сейчас сердечко. Ну, сердечко напишем. Вот что у нас есть. У меня сердечко на кончик хвоста, но оно сюда не очень подходит. Короче, понятно, у меня, похоже, кроме этого ошейника ничего нет. Вот. Ну, мы сейчас давайте посмотрим, что у нас может быть в Джамаркете одежды, что-то новое. Двойное ожерелье сердец у нас тут новое. Ну, давайте купим. Ну, возьму розовое. Есть ли у нас тут что-нибудь еще? Да, особо ничего интересного и нет. Так что пока мой койот будет выглядеть как-то так. Надо ему сделать черные пятна. Даже не черные. Не, ну, мы его оставим здесь белого. У него будут черные кленовые листья. А, нет, тогда он странно выглядит. Тогда мы его сделаем таким вот. Вот, красавец просто. Вот такой вот. И... Не, ну что, будет вот так вот. И пэтика нам нужно нового, которым я сейчас буду ходить. Так как этот у нас снежный, мы сейчас возьмем кого-нибудь не снежного. Ну, давайте, что ли, вот такого вот котика. Посмотрим, есть ли на них новая одежда. Короче, я полностью разорилась. Вот, ну это того стоило, потому что у нас теперь питомец, собственно говоря, вот такой вот милашка. Теперь давайте уже скорее посмотрим новости. А, не-не-не, начнем вот с этого. Как тут это открывать-то? Ну, видите, это то же самое, подарки, просто ничего не изменилось. Команда Animal Jam через 10 дней, не изменилось ничего, по сути. Это та же самая елка, просто выглядит по-другому. Значит, смотрим новости. Да что, я так много новостей не читала, но мне все новое. А ну, откуда начинается-то? Успех полярной совы он был. Ну вот. Квоки, родина квок, ля-ля-ля. Это стайна бега, восхитительная доставка. Прикольно, прикольно, прикольно. Патчмейстер. Рассортируй все предметы дружбы в правильные, по правильные корзинки. Нормально, конечно, перевод. По правильные корзинки. По правильным корзинкам. Нашей бы учительнице по-русскому показать. Вечеринка дружбы. Божьи коровки.
Ты опять обязательно поставь свою учетную запись. Конкурс «Нарисуй бланк джемограммы». Ящик для подарков, как раз вот это. И к нам припрыгали квоки. Ну, давайте уже посмотрим. Вечеринка дружба, как раз она тут у нас с вами есть. Давайте на нее пойдем. Что она из себя представляет? Я, кажется, поняла. Это вот этот дом, который называется Замок Принцессы, если я не ошибаюсь. Вот он. Но я этот дом почти ни у кого не вижу. Не знаю, либо он устарел, но им почти никто не пользуется. Так, не выходить. Так, это что такое? Магазин дружбы. Я купила это ожерелье за 15 сапфиров когда-то. Оно стоит 675 самов. Нормально. Я их себе так хочу. Так, я их себе очень хочу, а у меня не хватает. Почему? Почему? И ожерелье дружбы левое тут есть. Оно мне очень нужно. Или правое? А нет, правое мне очень нужно. Блин, это что получается? И повязка с сердечком, она мне ужасно нужна. Короче, ребят, понятно. Я после этого... Я прямо сейчас... Я сейчас... надо еще только посмотреть, что здесь. Карповый пруд сердца, я его покупала за сапфиры, он за самоцветы, вы издеваетесь. Дерево в форме сердца, ребята, все, я сейчас выключаю запись, я иду в игры, буду зарабатывать, потому что сейчас я пойду сначала к калькулятору, посчитаю, сколько всего мне нужно самоцветов. Короче, всем пока, сейчас вернусь. Всем привет, снова... А чё, почему у меня вылетело? Всем привет еще раз! И так как я ленивая, я не стала идти в мини-игры, я просто переработала некоторые свои ненужные вещи, и сейчас у меня 5787 самоцветов. И сейчас я буду покупать себе различные вещи, которые с помощью которых я себе буду делать нормальный валентиновский скин. Я хочу себе купить под цвет моего ошейника вот такие вот на лапке. Также обязательно ожерелье дружбы правое. Повязка с сердечком. Выбираем себе цвет. Ну, как обычно, серенький с красной точечкой. Мне он очень нравится. Теперь идем в раздел. По моим расчетам, мне нужно было где-то 3000 самоцветов заработать. А я заработала 5000, так что мне еще хватит. Я себе покупаю вот такое вот дерево в форме сердца. Тут есть несколько цветов. Ну, я возьму, наверное, обычный зеленый. Потому что, ну, как бы естественно выглядит. В общем, я купила все, что хотела. У меня осталось еще 3000 самоцветов. Кстати, давайте посмотрим, что у меня сейчас творится со скином, собственно говоря. Так. Розовую ленту убираем. Ну, повязка немножко странновато смотрится. Так вот. Ну, я думаю... Норм. Это нам тоже пока не надо. И глазки я хочу себе сделать голубые. Вот так вот. Куда теперь идем дальше? Ну, давайте пойдем на квоку, посмотрим, что ли. Она выглядит вот так вот. Это у нас костюм путешественника. О, смотрите, какая прикольная селфи-палка. Дальше костюм короля червей. Почему червей-то? Ну, а сама она у нас выглядит вот так вот. Вполне милая. Ну, опять же,
как-то очень скошены глаза. А так очень даже ничего. Ну а теперь давайте посмотрим. Такие вот у нас с вами стайные бега. Вау, смотрите! Это такой типа большой парк. Видите, тут деревья. И, слушайте, я просто в шоке. Это настолько прикольная идея. Ну, а вам большое спасибо за просмотр. На этой приятной ноте, приятной ноте стайных бегов, я заканчиваю это видео. Всем удачи, хороших оценок в школе и пока-пока. Не забудьте подписаться и поставить лайк.